Народ, всем привет! Вы находитесь на канале MadGeek. У меня в руках браслет Mi Band 4, он китаец, соответственно, на китайском языке. Ну и сегодня я расскажу, как легко и просто сделать его русифицированным, пользоваться и даже не видеть разницы, буквально пару кликов. Итак, поехали! Для начала мы берем наш смартфон, скачиваем приложение Mi Fit, к которому, соответственно, подключается Mi Band. Добавляем устройство, браслет, ОК. Он находится в режиме поиска, то есть подключения. Вы, наверное, думаете, зачем я подключаю китайский Mi Band, если я еще пока что не русифицировал его. А это сюрприз, друзья. Итак, браслет найден, принимаем галочкой. Все, подтвердите на браслете. Мы подтвердили. Несколько минут, устройство подключено. И что мы видим на самом браслете? Похоже, что он на русском. Да, друзья, при подключении к Mi Fit даже китайского браслета он тут же скачивает прошивку, русифицированную, и все, ваш браслет на китайском становится полностью на русском. Быстро, легко и просто. Надеюсь, теперь вы знаете, какой браслет можно купить, и не переживать, будет ли он на китайском. Все, спасибо за просмотр инструкции, всем пока!